В барнаульском зоопарке очередное пополнение. На этот раз учиты полосатых хищников – тигрицы Багиры и тигры Шерхана. Они подарили зоопарку сразу 6 малышей. Их удалось снять на видео сотрудникам зоопарка. Тигрята пока только ползают по вольеру и все подряд обнюхивают. Широкой публике новорожденных покажут немного позже. Добавим, что тигриная пара уже приносила потомство. В прошлом году на свет появилось 3 малыша.